Сегодняшняя тема – это работа обратной стороной, которая заточена. Действие направлено на спарывание, спарывающие плоскости воздействия, которые мы рассматриваем. Это снизу вверх, что возможно воткнуть, спороть. Руку перекрыли, воткнули, спороли другую руку. Это вертикально. Горизонтальная плоскость воздействия, когда мы поворачиваем. Здесь, во-первых, это может быть воздействие на кисти. Ты счастлив? Нет. Считается, когда пальцы уже. Когда пальцы упали, я считаю. О, все. Воздействие на шею, то есть вышли. Не амплитудно. Это выходим раз, поворот кисти раз. То же самое по лицу. Либо, как вариант для отработки, человек находится вроде бы в глухой защите, мне нужно выйти, соответственно, вышел, зацепил, раскрыл. Пошел с одной, с другой стороны. Сейчас рассмотрим комбинацию воздействия двоечку на голову и руку, через руку. То есть два движения. Раз, два. Раз, два, либо раз, два. Руку убираешь, да? Понятно? 3 4 2 3 4. Реализацию пойдет. Тоже возможно вариант. Еще раз, задача не амплитудное движение. Цель шея, глаза, шея. Можно делать это через руку. Либо, если не мешает, сразу снизу, через прямолинейное движение. Рука вперед. И вот тут уже дорабатывают чиркающее движение. Вот. Не так. Все, поехали. Есть.